За последние 10 лет выбросы отравляющих веществ от предприятий региона уменьшились вдвое. В год заводы производят 54 тысячи тонн отходов. В масштабах Уральского федерального округа это всего 2%. К примеру, Челябинская область загрязняет воздух почти на 1 000 000 тонн. В Заурале сократить количество вредных выбросов удалось благодаря установке газоочистного оборудования на промышленных предприятиях. Наши проблемные предприятия «Синтез» ежегодно и за прошлый год ввели газоочистное оборудование на сумму 9,5 миллионов рублей. Технокерамика «Шадринская» много было жалоб. Планомерно проходит установка газоочистного оборудования. В этом году еще поставили еще одну мокрую очистку. И сейчас в плане выбросов в атмосферу это предприятие благополучно. На Курганской ТЭЦ только на одном котле нет нового эффективного газоочистного оборудования, но давно на этом котле запрещено сжигание угля. Он работает чисто на газе. Несмотря на это, Курган вновь включен в список самых грязных городов России. Занимает 10-е место. Челябинск, по данным Министерства природных ресурсов и экологии, из перечня исключен. Я не могу никак со своим, так сказать, вот ощущениями, со своими представить, что у нас экологическое состояние воздуха хуже, чем в Челябинске. Но я не могу в это поверить. Это несопоставимые показатели. Департаменту природных ресурсов поручено разобраться в этом вопросе. Объяснение, по каким показателям составляли список и меры, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе, представят губернатору. Юлия Король, Денис Мазин, Сергей Абалмасов, телекомпания «Регион-45».